Вот цитата Горелла, только там было сделано все под типа ведро с мусором. То есть там должен вырастить ведро с мусором, вынести мусор и посадить мусор. Самое смешное, Рита Пэшка, это про такая прямая. Че за прям? Ты не слышал про такую прямую? Нет. Там типа у Путина интервью берут. Не интервью, а этот... Ты должен его посмотреть. Сейчас, подожди, я доиграю, мы посмотрим на ютубе, а там так смешно, ты не представляешь. Я миллиард РТП-шек в своё время посмотрел. Это лучшая РТП в мире, я не знаю, как ты её не видел, ты её, скорее всего, видел. Ну, может быть, видел. Не, я больше всего ржал всё-таки вот с этого вот... Я не помню, как это называется. Там, типа, от Бибигона вот эта фигня была, типа, там... Ещё у Свинтука на обзоре она была, эта фигня, и там у неё РТП-шка. Я не помню, как она называется. Но там прям вот одна часть была настолько ржачная, то что я прям... Даже сейчас я могу ее смотреть, я смогу с этого ржать. Оу, фак. Короче, как я хочу сдаться. Можно сдаться, и мы сдадимся, пожалуйста. Я не хочу выйти. Так, срочный анекдот. Я не помню. У меня только длинные остались, я хочу длинные рассказывать. Я пока рассказывать буду, я пройду уже. Ну вот, я пока прошел шар, я могу, в принципе, не знаю, спеть Моргенштерна. Знаешь, почему я богатый молодой? Знаешь, почему 10 лямов на ладонь? Знаешь, почему мой секрет очень простой? Знаешь, почему? Просто я делаю, что хочу. Е-В-Е. Просто я делаю, что хочу. Так, тихо, заткнись. Я прошел! Айо? Я прошел. Айо? Да, я прошел. Подожди, а я рыгал или нет? Я стонал. Можешь я сейчас стонал. Это сделать. Перепройди, пожалуйста. О, сейчас. Давай. Или сейчас, подожди. Сейчас. Красава. Спасибо. У меня меньше тысячи попыток на этом говне. Типа, я не знаю, давай. Алло. Мне нравятся люди. Алло. Алло, Мбаппе. Пошёл. Ты что, поешь песню Моргенштерна? Нет, я просто ненавижу Мбаппе после того, что вчера произошло. Вот.